поп маркер. Миллиметров мягкое перо. Заправляется, раскручивается с тыльной стороны. Просто заливать заправку в грифель в этот. Пишет своей заправкой родной. Посмотрим, насколько ее хватит. Ебать. Стол был не лучшим местом для тега. Thank you.
Ну, родная заправка. Какая-то не яркая, черная, какая-то серая. Попробую залить туда какие-нибудь 214 просто. Пишет неплохо, но цвет не яркий. За 250 рублей с Алиэкспресс. В принципе, нормально. Бля, может здесь кусок уебать. Маркер пишет, но под него нужно подбирать нормальные чистые поверхности, гладкие в стендах, там на стеклах, да, но не особо ярко это получается с родной заправкой. Я заправлял его пару раз 214, так вот, заливал уже в грифель чернила, ну маркер вроде пишет. Раньше, когда все ходили, тегали пилотами с таким же грифелем, который также заправлялся. В упаковке с чернилами для маркеров всегда в комплекте была пипетка. И вот на улице, когда ты идешь тегаешь, ты берешь эту пипетку, наполняешь краской, капаешь на грифель. И это такой был своеобразный пит-стоп для маркера, что если тебе нужно где-то более-менее быстро потегать, просто вылил, ходишь, тегаешь там, ну, 10-20 очков, пока не кончится, потом снова поливаешь. С этим маркером и можно делать так же. У меня вот есть старая бутылка из-под блэка заправки, в которую я заправляю разные другие чернила. Поэтому можно просто вот так вот грифель поливать на улице и тегать. Но это все не очень удобно, поэтому того не стоит. И легче, наверное, купить обычный помповый широкий маркер, который полностью заправляется, и его надолго хватает. Этот же, в принципе, за свои деньги может пойти там, не знаю, дома на какой-нибудь бумаге тегать, на каких-нибудь рекламных щитах. Короче, под него нужно выбирать нормальную поверхность, чтобы нормально тегать. А прям так ходить везде писать, ну, не особо получится. Я сделал так несколько тегов с него. Ну, так, смотрите сами. Ну, если дешево, то, в принципе, можно.